нынче люди не делают, лишь бы в телевизор попасть. О, божество. Иначе не скажешь. О, знаешь, что надо делать? Не смотреть. Не смотреть и подать всем пример. Может, наши начинания подхватят другие? Вроде этого, как оно там? Эффект домино. Мы спасем целое поколение. Блин, мы должны спасти американскую молодежь. Ты прав. Да. Ты абсолютно прав. Вот надо перестать смотреть. Я понимаю, Пицца Ленни! Однозначно. О, я уважаю эту часть. Ленни? В смысле, мистер Декстер? Эй, героев покорить! Сначала мы захватим Чикаго! Верно? Все так! Члены закона! Как вам тут служится? Отлично, мистер Ди. Мы не смеем жаловаться. Вам не на что жаловаться. Не забывайте об этом. О, а загляните к нам на барбекю. У нас там что-то жарится. Мейсон готовит какую-то скотину. Попробуйте, это умереть можно. Руки прочь от пиццы. Это специально для Лени делали. Красавчик, хоть сюда. Пицца по-чикагски. Ближе, ближе. О, каков красавчик. Эй, ты, обожди. Эй, что за дела? Да-да, что за дела? Вали нахрен! Вот что за дела! А потом она такая... О, да пустяки. Да, чувак, знакомое дело. Ведь ясно, что что-то не так. Мое банджо улетело в помойку явно не из-за пустяка. Терпи, дружище, терпи. Все мы через это прошли. Привет, как дела? Я, что это не я. Вот это да. Впервые такое вижу. Где же помощь? Приятный денек.
На твоем месте мог быть я. Слава богу, что это ты. Эй! Разве ты не встречался с моей сестрой? Эй! Куда этот парень так торопится? На твоем месте мог быть я. Как я рад, что это не я. Эй, чего он тут носится? Какая муха его укусила? Страшно. Фух, не стоило сегодня вылезать из постели, а? Ну что, блин, на этот раз? И чем бедолага заслужил такое наказание? Да, я попробую что-нибудь сделать. Не могу ничего обещать. Эй, клоун, клевый прикид. И чем бедолага заслужил такое наказание? Ты новенький, что ли? Говорят, если тебе дорога твоя голова, не зли парикмахера. Поехали! Это как китайская пытка. Господи. В Хоупи для меня, конечно, тесновато. Мне нужен большой город. Там я чувствую себя живым. Вот Чикаго это по мне, чувак. Я бы там развернулся. Мы там одну девчонку забирали. Лысый пытался нас остановить. Пришел со своими парнями, думал, что он такой крутой. Папа сказал мне убить их всех. Черт, да я, наверное, человек 50 порешил. По одной пуле на каждого. Да, чувак, я такой. А девка-то была хороша, чувак. Пришлось ей слегка врезать. Она испугалась до усрачки. Ревела там все дела. Но я-то знаю, ей понравилось. Эй, ты! Ты чего носишься? Шило в заднице покоя не дает. Куда намылился, парень? На твоем месте мог быть я. Как я рад, что это не я. Слушай, меня сейчас свидание не интересует, но... Позвони позже, я в 502-м. Чёртова скорая! Фу!
Где пожар-то?